Джая Рада Мадава Кунджаби Харе. Джая Рада Мадава. Гопи Джана Валаба Гривара Даре. Гиривара-да, Яшода-нандана, Браджа-джана-ранжана. Ямуна-тиравана-чаре. Ямуна Чиравана Чаре. Джая Рада Мадава Кунджа Бихаре. Jaya Gopi Jana Valabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Ямуна Тиравана Чаре. Ямуна Тиравана Чаре. Джая Рада Мадава Кунджа Бихаре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Nitai Gora Chandra, Jaya Nitai Gora Chandra. Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Supadra ki jai. Shri Shinitai Gura Chandra ki jai. Shri La Prabhupada ki jai. Gaur Priminande. Vasudevaya Итак, мы продолжаем читать седьмую песню Шримад Бхагаватам, глава 15, текст 24. Глава называется «Наставление для цивилизованных людей». Крипая бхута джам дукхам. Крипая бхута джам дукхам. Дайвам джахьят самадхина. Дайвам джахьят самадхина. Атмаджам йога вирьена. Атмаджам йога вирьена. Нидрам сатва нишевая. Нидрам сатва нишевая. Крипая бхута джам дукхам. Дивам джахьят самадхина. Атмаджам йога вирьена. Нидрам сатва нишевая. Крипая бхута джам дукхам. Дивам джахьят самадхина. Атмаджам йога варьена. Нидрам сатва нишевая. Пожалуйста. Крипая дука джамбутва.
Йога-джирена Нидрам сатвани шевая Ваядука джамбу твам Шутра самадитам Нидрам сатвани Матаджи. Самадхина Йога Вирина Сатвани Шевая Дука Джамбу Дхамма Нитрам сатва нишедаям, крипая, милосердием ко всем живым существам. Бхутаджам, причиняемое другими живыми существами. Дукам, страдания. Дайвам, страдания. Посылаемое провидением. Джагаят. Пусть устранит. Самадхина. Погружение в медитацию. Атмаджам. Страдания, порожденные телом и умом. Йога варьена. Практикой хатха-йоги. Пранаямы и так далее. Нидрам сон. Сатва нишевая. Развитием в себе брахманических качеств, то есть гуны благости. Перевод и комментарий о божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилие влияния гуны благости, особенно в отношении еды человек должен победить сон. Комментарий. Человек должен приучить себя питаться так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания. Стало быть, сам я не должен мучить или убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергнет их суровому наказанию. Любую страну, где без надобности убивают животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемиями. Поэтому человек, по своему опыту, зная, что такое страдание, должен быть милосерден ко всем живым существам. Избежать страданий
посылаем их привидениям невозможно, так что когда они приходят, нужно полностью погрузиться в повторение мантры Харе Кришна. Что же касается страданий, порождаемых телом и умом, то их можно избежать с помощью хатха-йоги или мистической йоги. Конец комментария. Умагена Тамирангеся, Гананджана Шалакая, Чаксуру Милитангена, Тасмайши, Гуравейнама, Шичайтаня Манобиштан, Спатитанья, Напатали, Своя Рупа, Кадамахиам, Дадати, Свапанантикам, Ванча Калпет Рубища, Крипасин Боевача, Патитана Павана Пью, Вайшна Випью, Намонама, Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Ши Адвайта Гададар, Шивасади Гору Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Вишну Падая Кришна, Кришна Падая Вишну Мати Пропаишна Прабхути Нимини, Дадати Бхагавата Твам Нищейна Бенича Прупадася Преста с Твами Мигуру Падашая. Нама Вишну Падая Кришна, Кришна Падая Вишну Мати Пропаишна Прабхути Нимини, Бхактивиданта с Вами Нитина Мини. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарины Нирвишеши Шуневади Пащать Дешитарины. Сапрасидату Чайтанья Дева Яся Прасада Такта Лила Варнане Ягьях Садьях Святадам Опьям. Я молю Господа Чайтанья Махапрабху милости, благодаря которой даже падший человек может описывать игры Господа. Хари Кришна. Уже на протяжении некоторого времени обсуждаем тему, связанную с неблагоприятными качествами, которые возникают у людей в результате соприкосновения с материальным миром и отвержения Верховной Личности Бога. Мы знаем, мы уже достаточно слышали, вожделение, гнев, жадность описываются в Бхагавад-гите демонические натуры, три основных качества, которые определяются как врата в ад. Благодаря этим качествам вожделение, гнев и жадность живое существо попадает в ад. Мы также много слышали о том, что Кришна, обращаясь к Арджуне, часто упоминает такое качество, как зависть. Зависть, он говорит, я тебе раскрою эту тайну, это знание, просто потому, что ты мой друг и не завидуешь. Так или иначе, иллюзия, безумие, страх, все эти качества, которые заставляют нас, по сути дела, страдать. Поэтому, с одной стороны, здесь не просто Нарада Муни объясняет нам очень важный принцип. Если мы будем культивировать в себе эти качества, или же не уделять должного внимания, чтобы избавиться, нейтрализовать эти качества, то мы вынуждены будем страдать. Если наш ум будет думать о том, как улучшить свое положение, и в результате этого идти по головам других живых существ, то есть используя принцип злобы или зависти, то такой человек будет страдать. Если человек будет испытывать чрезмерную привязанность к чувственным удовольствиям, и это будет его основой его жизни, в этом будет проявление чувства, их очень много. У нас 11 необузданных, как говорит Прохлад Махарадж, 11 необузданных чувств. Нет. Он говорит, не 11 необузданных жен. 11. Кали-югу люди с одной справиться не могут. А то 11. И они тянут разные стороны. И у каждого чувства есть своя потребность, свои желания. И человеку очень сложно устоять перед этим. Поэтому желание наслаждать чувства, или идя на поводу этих чувств, что выражено как вожделение, человек вынужден будет страдать, потому что чувства, хотя и хотят что-то получить, зачастую они, если и получают, то они не удовлетворены все равно, они не могут насытить себя, потому что
соприкоснувшись с грубым объектом через ум, они получили какое-то такое минимальное удовлетворение, но потом они хотят по-новому. И поэтому у них нету предела. Они могут нас удовлетворять, эти чувства могут постоянно нас сбивать с истинного пути, просто направляя за собой. Поэтому в Ришабаде, в пятой песне Шримад-Бхагаватам, он говорит, как бы человек ни жил, даже если он там один, все бросил, ушел в лес, как-то Шили Прабхупаде пожаловались, что это было в Нью-Йорке, что брахмачари, фанатичное время было, не пускали матаджи в храм читать джапу. Это сейчас так все равенство. А тогда строго было. Матаджи не могли прийти на повторение мантры. Их только допускали на службу. И потом говорили, все, уходите. Здесь ашрам. Вы не должны здесь находиться. Это беспокоило некоторых людей. И они пожаловались Шриле Прабхупаде. Прабхупад, он выразил свое мнение. Он сказал, ну тогда, говорит, тогда брахмачари должны уйти в пещеру или лес. И там жить, чтобы их никто не беспокоил. Говорит, если даже они просто будут находиться в Нью-Йорке, это происходило в Нью-Йорке, то они просто выйдя на улицу, видят много женщин, и что теперь? Это не наш принцип. Говорит, наш принцип заключается вовлечь всех в служение Кришне. И да, независимо от того, будем мы в уединении или нет, Ришабадев говорит, что наши враги всегда будут заключать сделку с нашим умом, потому что они находятся в нашем сердце. И эти шесть врагов, которые здесь описывают Нарада Муни, вожделение, гнев, жадность, безумие, иллюзия, страх. Это враги. И они будут с нами всегда, с нашим умом. У них сделка с нашим умом. Это от нас зависит, заключать эту сделку или нет. Это от нас зависит. Поэтому здесь Нарада Муни говорит, от нашей решимости много чего зависит. От нашего поведения, которое мы решаем, как мы будем действовать, что мы будем делать, поможет нам нейтрализовать эти, разорвать эту сделку. Потому что материальный мир – это и есть сделка с этими врагами. Потому что они нам много чего обещают. Вожделение говорит, смотри, как ты будешь наслаждаться. А, здесь говорит Шрила Прабхупада о еде. Еда или ненасытный язык – это основное чувство, которое хочется удовлетворить. Или разговорами, праджалпой, или же едой. Поэтому с самого детства мы только и начинаем что кричать. Просто будучи взрослыми, мы не кричим уже как дети. «А, есть хочу». Но мы подразумеваем. И это проявляется в виде злобы, гнева. Мне не дают, мне не хватило, мне то это. Это как-то это выражается. Потому что чувства не удовлетворены. Естественно, неудовлетворение чувств выражает вот это вот неудовольствие, неудовлетворение выражает это, проявляет этот гнев. Поэтому я буду действовать таким образом, что становлюсь злым. И, естественно, эта злость приводит к тому, что я начинаю что делать? Проявляя злобу, я начинаю критиковать или причинять насилие. И это так настолько нас приводит это в привычку, потому что если еще в гуне благости, почему здесь важно, чтобы живое существо достигло гуна благости? И в гуна благости подразумевает, человек строго следует определенным правилам и предписаниям. Для чего это надо? Только для того, чтобы не дать возможность чувствам погрузиться в более низшие формы жизни или в низшую деятельность, попасть под влияние страсти или невежества. Поэтому ведическое общество, браманы, они смотрели за этим и были как бы строги по отношению к другим живым существам. Например,
мы знаем, в Бхагавадгите Кришна объясняет, есть какая пища в какой гуне. Там. Он объясняет, что пища, которая приготовлена больше, чем за 3 часа, почитается, которая из гнилых продуктов, испорченная, там, с дурным запахом, это пища в гуне невежества. Насилие – это пища в гуне невежества. Пища, которая острая, горячая, там, это в гуне страсти. Пища в гуне благости – сладкая, горячая. В гуне благости. И также он Бхагавадгите говорит, но в любом случае, какой бы ни было продукты, в благости они или в этом, они все равно должны предлагаться Кришне. И так как Кришна, мы знаем, что Кришна просит от нас, мы знаем, что Кришна особо это не любит, мясные или продукты насилия. Поэтому мы предлагаем ему фрукты, воды, мы много зерна. Кришна рис любит, если кто не знал. Много таких вещей, которые Кришне можно предлагать. Когда мы предлагаем эту пищу, то эта пища, она очищается. Поэтому даже если мы просто не предлагаем фрукты, хотя они в гуне благости, или какую-то другую пищу, если мы ее просто не предлагаем, то мы вкушаем просто грех. Так Кришна говорит в 3.13 стихе Бхагавадгиты. Мы просто вкушаем один лишь грех. Поэтому нужно всегда действовать и выполнять свои обязанности таким образом, чтобы это не просто было, я должен что-то делать, потому что на мне лежит купа ответственностей. Мы должны научиться выполнять свои обязанности и при этом использовать еще разум. Потому что если мы просто будем отталкиваться от своей природы, а не от трансцендентного знания, не от природы понимания, что я душа, я слуга Кришны, то наша природа, тогда мы скажем, ну я ж просто шудра, вот в Кали-югу все шудры, поэтому что бы мне не действовать как шудра. Вот я сейчас тут буду так вот делать и все. Все же говорят, а какие обязанности? Вот у шудры такие обязанности. И ему там то позволяется, можно найти в шастрах, что то можно. Кшатрию тоже там можно, мясо можно, да? Или вино можно пить. И все. И мы теперь скажем, я же так кшатрий, поэтому я могу это делать. У Прабхупады было такое. Когда-то, по-моему, когда они начали развивать Нью-Майпур в Америке, Нью-Вриндаван, то поначалу, когда они взяли землю туда, многие жители местные были недовольны. И там доходило до того, что там надо было как-то разбираться с местными жителями. Их там где-то кто-то стреляли, там, ну такое. Там свои законы в Америке есть. Оружие продается спокойно. И преданные, когда там они находились в этом состоянии, потом решили создать, как бы этот, такой вот, выделить из преданных кшатриев. И вот они выделились, и кшатриям дали какое-то место, они где-то там начали жить. Прошло какое-то время, и так называемые кшатрии, они уже так подумали, о, смотрите, а нам можно несколько жен иметь, а нам можно вино пить. Прабхупада сказал, все, остановите это все безумие. Просто остановите. Мы не способны, мы начнем действовать непонятно каким образом. Поэтому для нас есть свет в виде наставлений Шрилы Прабхупады, который уже адаптировал даже все свои наставления для Кали-юги. И не надо нам их, и нам уже не надо адаптировать наставления Шрилы Прабхупады, нам нужно просто научиться их принимать. И да, может быть, приложить какое-то усилие для того, чтобы разобраться, что имел в виду Шрила Прабхупада. Для этого у нас и есть прекрасное общество Вайшнава, где мы учимся понимать, что нам нужно делать и как.
И тогда у нас нет смысла нам завидовать другим, наоборот. Мы будем видеть преданных, которые нас окружают, эту поддержку. Поддержку, которая способна нам будут помочь, когда нам трудно. А трудно нам часто, потому что мы всегда находимся в состоянии войны с Майей. 6 этих вот врагов всегда нас периодически или постоянно по очереди мучают, издеваются над нами. И нам надо что-то с этим делать. Где нам брать силы? Как не в прибежище у преданных, в дружеских отношениях, в совместной деятельности, в предании Кришне. Где мы можем брать эту силу? Жизнь духовная, она такая, как лезвие бритвы. Наше сознание настолько может попасть под влияние внешних обстоятельств, что у Ману были дети. И вот однажды он своему ребенку говорит, старшему, одному из старших детей, по-моему, попросил, говорит, надо, мы хотим провести ягью для удовлетворения. Это девятая песня описывает эту историю. Это что ж такое? Осень уже. Мухи разбушевались. Хотим ягью провести, шрадху, для удовлетворения своих предков. И для этого надо свежее мясо, свежие животные. Вот мы до этого читали, там есть стих, где говорится, что разумные люди никогда не предлагают предкам мясную пищу. Народа Муни говорит. Но в какое-то времени, до этого определенного момента, это было возможно. Он отправился в лес и настрелял там много животных, и кроликов, там зайцев, ну, короче. И так как он долгое время находился в лесу и занимался этой деятельностью, он проголодался. Мы видим, как Парикшит Махарадж тоже ходил, тоже как-то проявилось это. И он проголодался, и он думает, а что тут такого? Вот столько много я тут наохотился, поэтому я возьму и съем одного. И взял, съел кролика и принес. И Васиша, который своими мистическими силами увидел, что этот использовал, ну, как бы взял и съел предназначенное для яги животное, он сказал, все это не подходит. Это не подходит к яге, это осквернено. Шрила Прабхупада, конечно, там история заканчивается тем, что отец его выгнал, говорит, иди отсюда, ты строго очень, ты вот нарушил какие-то правила, все, уходи. И выгнал его, не дал ему ничего, тут куда-то пошел, взял лук и куда-то пошел в лес. Там. Пока отец жил, он где-то там блуждал. Строго? Прабхупад, конечно, дает комментарий, говорит, преданные должны все предлагать Кришне. Он не говорит о мясе, но говорит, сам смысл заключается в том, что мы не должны есть перед тем, как, если мы не предложим это Кришне. Если, он говорит, даже мы готовим, если даже часть, это для поваров, даже часть этого продукта берется и кушается, это считается уже оскверненной. Она уже непригодна для того, чтобы предлагаться. Это девятая песня. Это чтобы мы понимали, как нам нужно действовать. Зачастую мы там иногда подстраиваем свои потребности, свои желания под или как бы служение Кришне под свою выгоду. Но есть определенные правила. Итак, хотелось бы вспомнить одну историю. Раз мы уже начали говорить о том, как блюстители законов или браманы, они следили за тем, чтобы живые существа, это их была обязанность, исполняли свой долг, правильно исполняли свои обязанности. И Дурвасса Муни был один из таких личностей. Вот он любил
заходить в гости. И иногда он такой, и в гостях он себя, это мы так слышали, что вот какой-то он такой, его легко разгневать, так как он является как бы проявлением или какой-то частичной экспансией Господа Шивы, и легко умилостивить. Но когда, если так почитать о нем какие-то моменты, истории, то это однажды, это Кришна, вернее, Кришна рассказывает эту историю, он рассказывает, по-моему, своему сыну историю про Дурваса Муни, но я вернусь к ней позже. Дурваса Муни пришел к Амбарише Махараджу. И Амбаридж Махарадж, он год постился, он следовал определенному обету, и он не ел, и надо было выйти из поста. И как раз в это время приходит Дурваса Муни. Но так как он был благородным человеком, а у Дурваса Муни был один важный принцип. Он проверял, насколько грехасхи они праведны. И для него это был показатель того, насколько вот они его удовлетворят, накормив его и так далее. Это как... Где-то он с Кришной, по-моему, кому он гопи говорит, да, Кришна это лучший брамачари, а Дурваса это тот, кто контролирует, да, свой желудок. Где-то было такое высказывание, ну, примерно. И Дурваса Муни пришел, и Амбариш Махарадж, он должен был приготовил, выйти из поста. И он говорит, давай сейчас я тебе угощу тебя просадом. Ну, Дурваса Муни говорит, я сейчас пойду, сделаю омовение. И пока он ходил, сделал омовение, время подходило, и Амбариша Махараджа, у него была нестыковка со временем. Думает, если я сейчас, ну, как бы не выйду вовремя из поста, то все мои усилия напрасны. А если я прерву пост, то я окажу неуважение великой личности. И он был в такой дилемме, он думал, конечно, и он обратился к браманам, которые его окружали. И браман сказал, можно я? Ну, Прабхупад пишет, он сам понял, что нужно делать, так как был преданный, он сам понял, говорит, можно я выпью воды, потому что вода, она иногда прерывает пост, а иногда нет, в зависимости от того, как человек постится. И говорит, и это будет считаться, что я не прервал пост, но в то же самое время и прервал. Он так и сделал, и приходит Дурваса Муни, и он видит, что своими мистическими способностями, он видит, что Махарадж Амбариши употребил пищу, воду. И он разгневался, он говорит, как ты посмел? Как ты посмел так сделать? Ты нарушил все законы, связанные с почтением, с уважением, с традициями. Поэтому, раз ты не следуешь этим законам, ты не желез, ты не должен быть тише. Он вырывает волосы со своей головы, там, бросает, появляется демоница огненная, направляется на Амбариши, Махараджа Амбариши. И Махарадж Амбариши, он смиренно стоит, сложив ладони, говорит, ну, Прабхупад пишет в комментарии, что йоги-мистики в априори, они очень эгоистичны. Они эгоистичны. Почему? Потому что способность контролировать какие-то вещи, связанные с материальным миром, обладая мистическими способностями, это, ну, говорит о величии человека в материальном мире. Мы даже таких и не знаем, но в те времена, такие как Вишвамитра, Васиша, Дурваса Муни, их было много, и люди могли видеть таких людей. И они, видя это могущество, они в действительности реально почитали их за эту силу, или теджас, который они обрели в результате своих аскез. Амбариша Махарадж стоял, но до этого Господь Вишну подарил Махараджу Амбаришу свое оружие, чакру.
И Чакар, когда увидела это, она так и уничтожила эту демоницу. И уже начала подходить к Дурвасе Муни. И Дурвасе Муни понял, начал испытывать этот жар, исходящий от этой чакры. Он испугался. Он побежал и начал прятаться в горе Меру, в пещерах горы Меру. Но чакра преследовала его. Он потом направился к Господу Браме, потом к Господу Шиве. Я не буду говорить эти, я вчера немножко упоминал эти вещи. В конце концов, они ему говорят: ну извини, Господь Кришна является, или Вишну, Нараяна, тот, кто создает и разрушает эти миры, кто является самой вообще от того, кого зависит, живем мы или нет. Поэтому мы тебе ничем помочь не можем. И Дурвасе Муни, ему ничего не оставалось делать, он отправился к Нараяне. И он прибежал к Нараяне, запыхавшись, весь уставший. Тут за ним Сударшана гонится. Он прибежал к Нараяне и начал: Нараяна, спаси. Спаси, пожалуйста. Те, кто ищет прибежище у тебя, спасаются от всех страданий. Пожалуйста, спаси меня. Даже те, он такой произносит стих, даже те, кто находится в аду, если ты проливаешь на них свою милость, в их сердце проявляется святое имя и спасает их от страданий. Поэтому, пожалуйста, спаси меня. Я уже так устал бегать от этой сударшины, что не знаю, что делать. Ты единственное прибежище. И Господь Нараяна, да, говорит, он произносит там знаменитые стихи, это 63-й, 64-й, 4 главы, где он говорит, что я полностью завишу от своих преданных. Во-первых, я все отдал, говорит, те люди, которые полностью отдали все мне и думают только ради того, чтобы делать все для меня, они мне очень дороги. Я нахожусь в их сердцах, они в моем сердце, и ничего не могу сделать. Более того, мое все, что у меня есть, богатство, оно никакой не приносит мне никакого удовлетворения. Оно мне просто не надо, если я не имею возможности использовать его в служении, задействовать их и в общении в преданных, со своими преданными. Это оно мне просто не приносит удовлетворения. У меня все это есть, но все это, что у меня есть, все мои энергии, они направлены на служение, на то, чтобы мы могли взаимодействовать с преданными. Он со мной, я с ним. Только для этого они имеют какой-то смысл. Там много объяснений. Джива Госвами говорит, что иногда богатство, которое упоминает здесь, он даже упоминает как Лакшми, что она не так дорого, как преданные. И там целые комментарии есть, но я не буду удаляться, как бы внедряться в эти подробности. Времени не будет у нас закончить это. Поэтому и тогда Дурвасе Муни сказал: ну а что мне теперь делать? Говорит, мое сердце, Кришна говорит, принадлежит, я отдал его вайшнавам, я тебе ничем не могу помочь. Иди теперь к вайшнавам. Иди к нему теперь, к Амбарише Махараджу, и проси его милости. Это мой тебе совет. Это единственное, что я тебе могу дать. Естественно, он отправился, и Амбарише Махарадж, он ждал Дурвасе Муни, пришел, он склонился к нему. И Дурвасе Муни, конечно, начал прославлять вайшнавам. Он говорит, что на самом деле это вайшнавы особые личности. Но чтобы вы понимали, когда Кришна рассказывает о Дурвасе Муни, Дурвасе Муни тоже необычное живое существо, и Кришна показывал, как нужно вести себя, будучи грихасхой. Однажды Дурваса пришел в Двараку. Он зашел в Двараку, идет по Двараке и кричит: «Кто примет меня в гости?» А все такие, кто видит его: «Кто это? Дурваса?» Раз такие, типа: «Нас нету дома, мы не хотим». И никто особо не хотел. И Кришна такой думал: вот это же надо. Никто не хочет принимать Дурвасе Муни. Ну давайте я приму. И он говорит: ну хорошо, Дурвасе Муни, заходи. Раз уже никто не хочет, я готов. Я готов. Он пригласил Дурвасе Муни. Все, Дурвасе Муни пришел, говорится. Необычный гость. Необычный гость. Не зря все так вот боятся его принимать.
Это же надо полностью, что такое культура? Это значит полностью отказаться от своих нужд и полностью отдать себе служение этой личности. Особенно, если это великая, возвышенная личность. И на это мы можем там чуть-чуть предложить какое-нибудь условие какие-то, там свой дом. Я помню, Бхактивапал Махарадж, когда приехал, у нас тут был ремонт, и он сначала начал жить в домике Шакунталы, а потом было громко, и он говорит, найдите мне спокойное место. А я тогда, ладно, у меня супруга была в Индии тогда, я говорю, вот у меня там есть, я один, я как-нибудь в храме тут переночу. И так раз, взял он такой, спасибо, был очень счастлив. И заметил, он там читал джапу, говорит, так спокойно, говорит, все, говорит, я так отдохну. Зажигал свечи и повторял мантру перед изображением, как раз там, где стояли в свое время большие Нитай Гурачандры. Как-то сам естественным образом так произошло. Так или иначе. И Дурваса Муни, он был необычная душа, иногда он странные вещи делал. Иногда он говорил, я есть хочу. Ему приготовили там, говорит, и хочу риса. Приготовьте мне большой казан риса. Ему приготовили большой казан риса. Он взял, съел чуть-чуть, говорит, все, больше не буду. А потом говорит, Кришна, а ну, намажь свое тело этим рисом. Кришна, хорошо, намазал свое тело этим рисом. Он ходил, говорит, Рукмини, намажь ее тоже этим рисом. Он сидел, потом заходит в комнату, так, что-то тут много кроватей, перин, взял их, спалил все, это же сам. Смотрит, много зеркал, что это тут зеркала? Взял, поразбивал все. Представь себе такой, да, гость к вам дома у вас. У нас были такие, конечно, брахмачари, там все люди иногда грехасхи боялись принимать брахмачари, они как заедут и обязательно что-то сломают. Но это была мелочь, он говорил, рай знает, мы как ездили, что-то такое, произойдет. Когда там все, у тебя там намеренно все жгут, все бьют, какой-то раз Дурваса Муни говорит, так, хочу туда поехать. И что делать? Говорит, сейчас я запрягу. Коней своих лучших, Кришна говорит, нет, говорит, запрягите в тачку Рукмини. И запрягли Рукмини, и что остается делать, и Рукмини такая тянет, он едет, и еще и кричит, давай быстрее. Все такие думают, боже мой, говорит, не дай бог, чтобы такие браманы, то лучше бы их не было. Что такие браманы, когда появляются, да, иногда люди возмущаться начинают, С одной стороны, надо служить, а с другой стороны, думаю, это не, лучше бы таких браманов не нужно. Не дай Бог, чтобы так. В конце концов, Кришна там, потом он ехал эту тачку, потом бросил и побежал куда-то. Кришна там на своем коне туда, еще даже в этом рисе обмазанном, поехал за ним. Тот остановился, ты что за мной бежишь? Говорит, я просто служить тебе хочу, Кришна. А побежал дальше. В конце концов, закончилось тем, что Дурваса Муни такое все, потом позвал на Кришну и говорит, Рукмини, все, я вами доволен. Я вами доволен, теперь я благословляю вас. Я благословляю тебя, Кришна. Вот ты намазал свое тело рисом. Все части тела, которые ты намазал, а он не намазал только стопы, будут неуязвимы. А Рукмини позвал, говорит, зови Рукмини. Он позвал Рукмини, а ты будешь самая любимая жена Кришны. И Кришна объяснял это, он рассказывал к сыну своему, как он встречал Дурваса Муни. То есть это была необычная личность. Но в конце концов Дурваса Муни все-таки осознал, кто такие вайшнавы. Кришна ему объяснил. Он принял прибежище вайшнав, потому что вайшнавы это те, кто ради Кришны отказываются от всего неблагоприятного. Они сами для себя решают, потому что они понимают, вожделение, которое
проявляется в их сердце, вожделение, желание наслаждаться этим миром, для них оно не особо интересно, потому что они хотят связать свою жизнь с Кришной. Для них естественное, единственное счастье – это заставить удовольствие Кришне. Так живут преданные. Поэтому, когда мы говорим здесь о жадности, жадный человек, или говорится, человек должен думать, что он не жадный, он не думает, не так, он не должен думать, что он бедный. На самом деле преданные – самые богатые люди. Их богатство может быть не выражено в деньгах, в машинах, хотя этого полно, их богатство в другом. Настоящее богатство – это качество. Качество преданного. Поэтому преданный, зная, что все зависит от Кришны, все законы материального мира, они служат Кришне. Он самое благочестивое живое существо. Если преданному сильно надо, и он чистый, у него будет и богатство, у него будет все необходимое для жизни. Он так воспринимает. Мне Кришна, Ишавасяйдам сарвам ядкинча джагатам джагат, он дал все необходимое для того, чтобы я мог жить в этом мире. И я не должен посягать на другое. Потому что я понимаю, что это не мое. Если Кришна мне не дал, значит это не мое. Он дал это кому-то другому. И так преданный живет, и он не чувствует себя бедным. И так как он не чувствует себя бедным, он не страдает. Потому что бедность, если мы будем чувствовать себя бедными, то эта бедность заставит нас действовать греховным образом. Она будет вызывать негативные качества, о чем говорится здесь в этих стихах предыдущих. Когда Господь Шива был конфликт, у Господа Шивы был конфликт с Дакшей, Брама успокаивал Господа Шиву. Мы когда-то этот стих учили. Да? Гаурарай помнит, наверное, когда Винупани учили этикет. Притхагди я карма дришо дуратия. Там говорится, что люди не способны видеть единую природу вещей, привязаны к кармической деятельности, низкие душой. Они не могут жить спокойно, когда видят, что другие преуспевают. И потому причиняют им страдания, причиняют им беспокойство, задевая их грубыми и обидными словами. Поэтому Брама говорит, такой великой личностью, как ты, Господь Шива, нет смысла убивать их. Потому что эти люди уже убиты провидением. Это самые несчастные люди. Поэтому здесь говорится, что преданные или люди, если вы хотите быть цивилизованными и счастливыми в этом мире, не надо бороться с кем-то. Те враги, которые заставляют нас страдать, живут в нашем уме. И наш ум заключил с ним сделку. Поэтому мы избавляемся здесь благодаря определенным действиям. Если это вожделение, там здесь описывается, то решимостью. Если мы не хотим страдать спокойный ум, пожалуйста, хатха-йога и так далее. То есть есть определенные принципы, благодаря которым можем мы достичь определенного состояния. Но на самом деле даже этого нам мало. Нам этого мало, потому что мы просто будем дхирами и способность контролировать на уровне разума свои чувства. Да? Вачо вегам, манаса крода вегам. Принцип дхиры, описанный в первой главе. Вот когда мы начнем контролировать эти шесть побуждений, это всего лишь только принцип дхиры. Да, и это происходит на уровне разума. Это достаточно уже высокий уровень для нас, для живого существа, для цивилизованного, когда он способен контролировать язык, ум, вожделение, гнев, желудок, гениталии, речь. Это уже высокий уровень, но этого мало. Мы хотим еще получать определенное удовлетворение. Это удовлетворение, оно является природой Кришны. Природой Кришны. Кришна, он говорит, что на самом деле я отдал себя преданным. Это означает, что Прабхупад пишет комментарий к 64 стиху, очень важный комментарий. Он говорит, что
счастье Кришны зависит от того, насколько он вступает в отношения с живыми существами. Потому что Хладини Шакти так проявляется, она тоже энергия Кришны, она тоже наделяет живое существо определенное, так как это мы части Кришны, и у нас тоже есть часть потенция получать удовлетворение. Но на самом деле это получить удовлетворение это от служения Кришне. Это так действует Шримати Радхарани, так действует внутренняя энергия Кришны. Она всегда пытается доставить им удовольствие. Это ее такое служение. Да, или как? Или так Кришна действует. И он, эта бхакти проявляется в сердце вайшнава. Когда она проявляется, Кришна наслаждается вот этой частью этой внутренней энергии, которая живет в сердце вайшнава бхакти. Поэтому Прабхупад говорит, великий преданный, который является проповедником, воистину познал. Он точно познал природу блаженства. И эта природа блаженства заключается в том, что он проповедует славу и приводит живые существа к Кришне. И Кришна, когда получает того, кого он привел, он получает вот это развитие, вот это бхакти или наслаждение, черпает наслаждение от того, что живое существо пришло к нему и предается ему, то Кришна испытывает радость. Поэтому для таких людей, для Кришны такие проповедники, такие люди очень дороги. Это, да. Да, все, я уже закончил. Спасибо большое. Замечательная лекция, и у меня есть дополнение. Есть понятие половинчатой философии, философии крайностей. Как Прабхупада говорит, у меня есть корова, вымя мне дает молоко, а голова ест. Я вот вымя возьму, а голову отсеку. Курица, он говорит, курица. Ну, принцип тот же, можно применять любое, курица или корова. Суть такова, что Господь Будда говорил, что если струна не дотянута, она не звучит, перетянута, она лопается. Он говорит о серединном пути. Так вот, к чему я клоню? К тому, что понятие дискриминации, различия, как вы знаете, в школе есть первый, второй, третий, пятый класс. Вот мы говорим, мы идем в сознание Кришны, мы идем к Кришне. Но как это применяется в деталях, тактически, есть стратегия тактически. Мы же понимаем, что у женщин есть свои особенности, у детей, у стариков, у браманов. Почему мы различаем? И вот я зацитирую комментарии Шрилы Прабхупады к 34 стиху 3 главы Бхагавад-гиты. Так браман, находящийся в гуне благости, не должен совершать насилие, но оно вполне допустимо для кшатрия, находящегося под влиянием гуны страсти. Поэтому кшатрию лучше достойно погибнуть в бою, чем подражать браману, который обязан следовать принципу ненасилия. И следующее предложение для меня стало ключевым, фундаментальным. Каждый человек должен очистить свое сердце, но это происходит не сразу, а постепенно. Если мы говорим обобщающе, да, как, знаете, вот как Аиндра Прабху говорил, все зависит от индивидуальной истории. Он сказал, что понятие постепенно зависит от того, насколько ты хочешь, чтобы это было постепенно. Если у того или иного вайшнава или вайшнави есть адхикар, вкус, решимость лаульям, то они очень решительны в сознании Кришны, как было Аиндра Прабху. Ну, у них уже адхикар. Но мы можем понимать, что есть обусловленные души, вайшнавы с обусловленностью. Эти моменты надо учитывать. Что я хочу подчеркнуть? Философия крайности означает, что мы не различаем, что существуют разные категории вайшнавов, разной степенью духовного уровня, разной степени способностей. И в этом смысле, крайнее, что я скажу, мне очень понравилось Лила Господа Рамачандры, когда Хануман строили мост через реку и бросал валуны
по сути, горы, а паучок песчинку. И Хануман сказал: уйди, не мешай. И Рамачандра сказал: для меня эти валуны и песчинка паучка равнозначны. Поэтому суть заключается в том, что у каждого разные возможности и способности. Но Господь смотрит на вот эту искренность. И суть того, что я хочу сказать, что если мы не различаем, если мы не дискриминируем, что от каждого человека есть разные возможности, он обусловлен. И поэтому этот момент надо учитывать. Тогда мы всех в один коридор загоняем, в одну линейку. И вот здесь это означает, что это однобокое понимание, половинчатое. Хари Кришна. Ну, это дополнение или да? Да, я сказал. А. Ладно, давай вопрос тогда. Я не буду комментировать. Там мне тоже есть мысль, как по этому поводу. Если... Ну, я не знаю, это вопрос или нет, это к рассуждению о Амбарише Махараджи и Дурвасамуни. Если на нашу плоскость это перевести, Дурвасамуни, то есть совершил оскорбление, и в виде кармы ему сразу чакра прилетела, так сказать, да. И он пошел к алтарю, а ответа нет никакого. То есть, и я так понимаю, что это тоже, если в мою жизнь это посмотреть, если я кого-то критикую, если совершаю оскорбления какие-то, что делаю не то, то придут последствия, да. И как это получается? Я ж, к алтарю подхожу, Господь, Он, о чем ему молиться? Как, дай мне разум, если я понимаю, да, эту ливу. Ну, если я понимаю Бхагаватам, например. Дай мне разум понять, что я сделал не так, почему святое имя не получается воспевать, почему служение не хочется делать, почему мне вообще хочется уйти отсюда. Это надо, получается, набраться решимости и именно попросить прощения, которое совершал критику по отношению к этому человеку, либо оскорбление. Иногда у нас не хватает сил обратиться к вайшнаву, которого мы критикуем или оскорбили. Но иногда зачастую мы понимаем, что мы делаем что-то неправильно. Тогда мы обращаемся к Кришне. В принципах святого имени нас обучали так. Если мы оскорбили вайшнава, мы просим у него прощения. Если он не прощает, мы просим у Кришны. Мы просим святое имя. И святое имя, как и здесь в этой истории, сначала нам, того, кого мы оскорбили или критикуем, у нас нету сил обратиться к нему сразу. Мы, может быть, даже и можем признать свою неправоту, но чтобы обратиться к нему и попросить у него прощения, у нас может не хватит сил. Нам нужен какой-то толчок. Поэтому преданный понимает и идет, и искренне молится Господу: пожалуйста, помоги. И Господь дает силу, вдохновение, говорит: иди и проси. И нам уже ничего не останется делать, как обратиться к этому Господу. Тогда мы лишаемся этого всего. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада.